В круговерте рабочих будней не всегда возможно почувствовать атмосферу праздника. Не добавляет настроение и погода со своими порой почти весенними капризами. На помощь приходят вот такие конструкции, которые планируют установить по всему городу. С ними Новый год для горожан станет чуточку ближе. Рабочие уже начали монтаж светодиодных украшений и фотозон. Уже знакомые саровчанам Дед Мороз, Снегурочка и Большой Шар появятся на площади Ленина. Там же поставят фотозону со снеговиками. У фонтана за администрацией горожан порадуют установкой «Северные сияния», композицией «Олени» и другими украшениями, которые были в прошлом году. На перекрестке Раменской-Березовой для жителей района новогоднее настроение создадут елка, мишки и снеговик. Около кинотеатра России установлена уже фотозона, рамочка и новогодняя. В районе бассейна устанавливаются елочки и деревья. Деревья там с шарами такие вот. И будет еще фотозона в районе 13-й школы, это 15-й микрорайон. Будет также елочки и фотозона, там рамочка такая. Светодиодные конструкции также появятся в сквере по улице Зернова. В парке на перекрестке улиц Павлика Морозова-Садовой уже установили елку. Как и в прошлом году, сделать красивые фотографии там можно будет на фоне шатра «Звездное небо». Монтируют новогодние украшения команда из нескольких человек с помощью специальной техники и подъемника. Есть конструкции как бы это, ну, попроще, что-то там от игрушечки. Они чуть-чуть поменьше занимают. Если большая, то есть конструктив, то есть он, ну, в течение дня то две можно установить, то есть если большие, скажем, вот это все равно, то есть которая вот сейчас собирается, то есть она большенькая все равно. Чтобы создать для горожан новогоднее настроение как можно скорее, сотрудники ДЭПа выходят на смены и в выходные дни. Все работы по установке украшений закончат в течение недели. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.